Все блины доедены, чучело сожжены, а значит масленичная неделя подошла к своему логическому завершению. Тем не менее, мы решили освежить в памяти сотрудников компании «Поток Бесконечность» сладостные воспоминания о гастрономической семидневке и спросить них, как они провели масленицу. Интервью по поводу масленицы в первый день поста вообще, а? Вот как? Нет. Здравствуйте. Расскажите, как вы отметили масленицу? Очень здорово. Как вы провели масленичную неделю? В трудах праведных. Ну как, трудился, потом уехал в Санкт-Петербург на автомобиле. Масленичную неделю я провел вне пределов нашей Родины. Расскажи, как ты провел масленичную неделю? Нормально, на 3 килограмма поправился. Неделю никак, но вчера я на празднике был. В парке Горького с блинами. Масленицу я провела дома. Отметила шикарно. Наелась блинов, теперь сижу на диете. Отметила замечательно, ездила в парк, ела блины, смотрела на кулачные бои, сама участие, к сожалению, или к счастью, не знаю, не принимала. Все замечательно, с блинами, с зятем, с дочкой. Участвовали в народных гуляниях? Конечно, я сходил на Красную площадь, там было так весело, все там пели, танцевали, сжигали чучело. Вообще здорово, раз, как не божий день, праздник. А народные гуляния? В Санкт-Петербурге? Они были Москва, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Москва. Там ели блины. Много блинов. Они позитивно повлияли на работоспособность организма. Я надеюсь, что эта неделя пройдет очень плодотворно. А в народных гуляниях не участвовали, соответственно? Участвовал. Вот, гулял народ. Я, жена и с нами еще там третий народец один. Вот мы так втроем и гуляли. Чучело сжег? Человека сжег одного. Жгли чучело? Не конкретно, но жгли. Я была в доме отдыха, но там участвовала тоже в гуляниях. А какой у вас любимый дополнитель к блинам? Мед, конечно, мед. Мед очень полезно для здоровья. Семушка красненькая такая, да? Ну, можно форельку, в крайнем случае, да, но семушка пожирнее. Малина. А икорка? Икорка на зубах застревает. Черная икра. Мажор. Икра. Какая именно? Красная. Сметана, варенье. Сметана. Сметана. Красная рыба и икра красная. Наверное, мясо. Первый человек, который любит мясо к блинам. Сметана, сгущенка и много сахара. Творог. Необычно. Традиционный русский рецепт. Семга. Все любят семгу, красную и черную икру. Хорошо живет народ. А где блины? Все, уж пост, значит, какие блины.